Thank you.
Батько, доброе утро. Ты чего так рано? До дому треба ехать, сыну, дело я. То есть как ехать? Ты ж завтра собирался. Забыл про одну справу. Айгюль! Вот это мне подобается, а вчера... Что, Петь? Иди сюда. Иду. Доброе утро. Вот он, ехать собрался. Как, папа, вы же завтра собирались. Треба, треба, Айгюль, треба. Нет, нет, Людочка, папа... еще спите. Хочу попрощаться. Ну, папа, ну хоть позавтракайте. Пойду, хоть гляну. Папа, завтракайте, потом пойдете. Петя, что случилось? Не знаю, что там. Может, он на меня обиделся? Да нет, ну что, не волнуйся. Ну, поговори с ним. Ну, поговорю, ладно, не волнуйся. Проводишь его, ладно? Ты, конечно. Папа! Пап! Раньше было с тобой, а теперь без тебя. Ну что же делать? Я не знаю, ты в каком-то другом мире, понимаешь, тебя нету. Ты здесь, но тебя нету рядом. Ну нельзя, чтобы твоя профессия, твой талант пожирали нашу любовь. Нельзя, да пойми ты это. Я сегодня опять уезжаю. Как? Да, вечером в Москву. Вот видишь, Петь, я тебя прошу. Я тебя просто умоляю. Ну, не оставляй меня. Ну, пожалуйста. У меня нет сил больше терпеть. Я не могу. Айгюль. Ну, что ты, Айгюль? Ну, перестань, любимая моя. Да что ты? Ну, да что ж ты так? Ну, ты что, а? Ты что? Ну, подожди еще немного, ну. Скажи, сколько? Ну, немного. Нет. Ну, немного. Ты скажи, сколько я буду ждать? Хорошо, закончим эту машину. А потом будет следующий. А потом еще, еще, еще. Ну, это моя работа. Ну, вот что, Петя. Я думаю, тебе нужно бросить работу и перейти в университет. Это ж теоретика. Как бросить работу? Вот так. Пойди и напиши заявление, что ты устал, что у тебя жена, ну, все, что угодно. Это неудобно, что ты говоришь-то. Я думала, мы поедем сегодня к Людмилке вместе. Так поезжай одна. Правда. Пригласи Поля Кучмиенко. Посмотри, какой день хороший. Поезжай. Thank you.
Петр Андреевич, прибыли представители заказчика из Оренбурга. Скажите, что я буду через час. Здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте. Вы все-таки меня простите, но я буду вынужден писать докладную вышестоящей инстанции. Да? Здравствуйте. Привет. Да. Но мы не можем больше ждать. Не совсем. Лучше воспользуемся услугами зарубежных фирм. Добьемся импортного оборудования. Вы знаете, болгары нам предлагали. У них прекрасная машина, но она может работать только в стерильных условиях. А вы посмотрите. От вечной мерзлоты до субтропик. А то, что предложил Гальцев, это имеет принципиально новое решение. В мировой практике подобного не было. Мой дорогой, не было. И мы видим в этом не только экономические, но даже политические перспективы. Вот в этом все дело. Да. И вопрос будет решен. Вы что, мечтаете, что на вас прольется валютный дождь? Выбросьте все это из головы. Вопрос может стоять только так. Ускорить все это. Ускорить. Ведь ускорение уже началось, вы это сами видите. Что у тебя, Саша? Петр Андреевич, есть какой-то дефект. Все идет по плану, но есть одно но. Пока не можем справиться с удаленными задвижками. Вот смотрите. Вот. Смотрите. Ставим явно испорченную задвижку. А она говорит о себе, как о нормальной. Блок 17. То есть говорит неправду. Включай. Вот, пожалуйста. Блок 17 работает нормально. Форму номер 7 проверял? Пытался, но посмотрите сами. Кто делал этот узел? Группа Петрова. Покажи-ка. Вот он. Давайте здесь, Петр Андреевич. Да. Пожалуйста. Не беспокойтесь. Нет, нет. Спасибо. Вот, вот видишь, формы. Нужно было проверить. Я уже несколько недель бьюсь. А считаю. Ты хочешь, чтобы я знал, да? Посмотреть нужно. Добрый день. Здравствуйте. Что случилось у вас? Да вот провожали товарищей в аэропорт. И видите, заглох. Мне кажется, это навечно. Его тащить нужно. А чем я могу вам помочь? Ну, если до центра подбросите. Ну, конечно, садитесь. А вы давно моете машину? Лет 7. Ага. Опыт, конечно. Вы не притормозите где-нибудь около автомата? Пить хочется. Здесь нельзя останавливаться. Чуть подальше. Хорошо. По закону подлости. Ни копейки, ни 3 копеек. 10. У вас нет мелочи? Нет, к сожалению. Так, че. Умирай, как пить хочется. Ну, не умирайте. Уже подъезжаем к моему дому, так и быть. Напою вас. Спасибо. А вы где живете? В центре. Правильно, я так и думал. Почему? Потому что в центре должны жить красивые женщины. О, райский уголок. Закрывайте. А вы что, машину здесь оставляете? Да. Смелая женщина. Гаража нет? Нет. Сюда? Нет, туда. А на каком этаже? Ох, высоко.
Нет, только не через порог. Вы такой суеверный? Да, не хочу с вами поссориться. Хорошо. А можно посмотреть, как вы живете? А зачем вам это? Ну, интересно, как живет человек. Другой такой возможности может и не быть. Ну что ж, проходите. Как видите, без особой роскоши. Да при чем тут роскошь? Важно, как все преломляется. А кто у вас военный? Отец был военным. Он что, в отставке, да? Он погиб. А, простите. Я сам не люблю вспоминать, я ведь тоже один. Ну, а я его никогда не забываю. А это папа, да? Да. А это вы? Очень похоже. Не трогайте, пожалуйста. Извините. О, Гамзатов. Я люблю. Целую. Низко голову склоня. Я миллионы женских рук любимых. Их 10 добрых пальцев для меня, как 10 перьев, крыльев лебединых. Я эти руки знаю с детских лет. Я уставал. Я, хоть гости непрошенные, все-таки гость. Меня, ради бога, простите, но я очень устала. Но если к вам пришел человек, который вам нравится? Да, мне нравятся некоторые мужчины, но, простите, не такие, как вы. Это я понял. А какие? Как Петр Андреевич Корналь? Это уже интересно. А вы знаете, мало найдется женщин, которым бы он не понравился. Согласен. Так вот, если бы к вам пришел Петр Андреевич Корналь... Я очень прошу вас, уйдите. Я действительно устала. А если я не уйду? Тогда я вас выгоню. Как это вы меня выгоните? Вы что? Соседей позовете, что ли? Или милицию вызовете? Я это возьму и останусь у вас. У вас же 2 комнаты, я лягу здесь на кушетке. Дайте мне подушку. Ну, я же не могу без подушки. Оставайтесь лучше, я уйду. Вы простите меня за эти дурацкие шутки. До свидания. Анастасия, зайдите, пожалуйста. Привет. Доброе утро, Михаил Михайлович. Привет, Настя. Вы читали, что... Объединение Корнали создает систему электроники для газопровода. Да, читала. Так вот, я обещал вам, что газопровод от вас не уйдет. Обещали, Михаил Михайлович. Садитесь, пожалуйста. Нужно показать, что применение электронно-вычислительных машин на строительстве газопровода Сибирь-Западная Европа – это новое слово в мировой практике. Извините, я не хотела бы ехать. Вы же просили. Мы же договорились, что о Корнале я больше не пишу. Вообще не пишу.
Да, мы договорились. Но в данном случае речь идет не только о Карнале. Хорошо. Я попробую. Михаил Михайлович, а почему вы обратились именно ко мне? Мне показалось, Настя, что вы сможете. Спасибо вам. Вчера был у ребят. Ты совсем их забросил. Людмилка даже пожаловалась. Ну, чего жаловаться? Могла бы и сама заехать. Ну, конечно, могла. Я не мог сегодня домой идти. Решил поехать сюда. Вот судьба. Ты один, я один. Женились на подругах, поженили детей. Жены погибли, мы одни. Все меньше общаемся друг с другом. Вроде бы должны больше. Почему так, Петь? Не знаю. Я не знаю. Странная эта штука жизни.
Что-то я в ней сегодня не понимаю, Петь. Клянусь. Вот ты понимаешь, а я не понимаю. Все запуталось. Эти мальчишки, губошлепы, этот Гальцев. Что тебе, мешает Гальцев? Мешает. Мешает. И знаешь почему? Потому что он карьерист. Зачем ему доверили эту машину? Свалили на него такое дело, и ты этого не видишь, потому что он тебя, извини, любимчик. Все ему, фонды ему, людей ему, материалы ему. Так ведь любой, каждый может работать. Подсвечиваем со всех сторон, как киевские соборы. Ну что ты взъелся на Гальцева? Ну что? Да, на сегодняшний день он, между прочим, незаменим. И как теоретик. Да брось ты. И как практик. Да, да. А ты что хочешь? Несешь всякую чушь. Ну что ты хочешь? Сгубить огромное дело. Кто? Я тебя не пойму. Нет, в самом деле, ну ты... Вот я столько лет вот с тобой и никак не могу понять, что ты хочешь? Что я хочу? Что я хочу? Я не понимаю, почему вдруг Гальцеву поручили эту машину? Почему именно ему все это доверили? Ты инициатор, ты изобретатель, ты завод, коллектив. Ты даже не видишь, что делается. Ты не видишь, какой он карьерист. Нет твоего уровня людей, понимаешь? И мне не безразлично, кто рядом с тобой. И как другу, и как родственнику, и как заместителю директора, не безразлично. Вот увидишь, все будет хорошо, она с тобой не вспомнит. Ты сердишься, значит, ты не прав. Что? Почему я не прав? Скажи, почему я не прав? Петя, Петя, единственный раз, как говорится, за много лет в неслужебной обстановке с тобой собрался поговорить, и не получается разговор. Ты сегодня какой-то странный. А? Я странный. Это ты странный. Ну, хорошо. Я странный, и ты странный. Будь здоров. Будь здоров. Я просил тебя зайти. В 22-го у нас совещание по автоматизированным системам управления промышленности. Ты захочешь выступить? Мне звонили из отдела. Это нужно очень. Устал? Устал. А ты знаешь, устал. Я заметил, знаешь, когда? Когда? Когда ты выступал по телевидению. Говорил ты хорошо. А выглядишь, прости, не ахти. Так не 18 лет? Не девица на выданье? Объективные причины есть. Что ж, объективные причины. Кто их только придумал? Мне стало известно, что ты уже несколько лет не идешь в отпуск. А что такое отпуск? По сути дела, меняешь только место проживания. Работа продолжается. У ученых работа в голове, это у нас, администраторов. Отними кабинет, останемся без работы. Я этого не говорил. Но в подсознании держал такую мыслишку. Даже подсознание не держал. Но надо тебе отдохнуть. Необходимо изменить место проживания, как ты выражаешься. Тяжело мне. Почему? Очень плохо. Не знаю. Мне кажется, после смерти Айгюль жизнь потеряла всякие краски. Я понимаю, Петр Андреевич. Но в этом тебе никто не поможет. Все свое с собой. Это я знаю. Это я знаю. Наверное, мне нужно уходить с директорства. Я чувствую, что как ученый я каждый год опускаюсь на ступеньку ниже. Более того, я становлюсь соавтором чужих идей, скорее по положению.
а не по сути. Отдохнуть тебе нужно. Подберем тебе местечко, где никто тебе не будет надоедать разговорами о промышленности, о науке, о машинах. Бросить все. Работная система идет по графику. Все у вас налажено. А тебе нужно прийти в себя. Ощутить вкус к жизни. Значит, договорились. Василий Васильевич. Чайка на границе трех стихий. Воздух, воды и земли. Среди птиц она, пожалуй, самая свободная. Как я им завидовал в детстве. С какой-то варварской жадностью. Особенно вот таким. Свободным. Как говорится, человечество давно ушло от своего детства. Ушел и я. И теперь постоянно думаю, как высвободить для людей неторопливое время. Не завидовать полету, нет. Пусть летают эти птицы, пусть летит над ними время иное, время действий, творений и озарений. Я ускоряю это обязательное время в своих машинах в тысячи, миллионы раз. Мы должны достичь скорости света. Спасибо. Но пусть медленно течет привычное время нашей жизни. Такое дорогое нам, делающее нас людьми. Саша, можно поближе подвинуть? Ой, ребят, по-моему, там что-то очень знакомое. Петр Андреевич, это вы? Допустим. Здравствуйте. Здравствуйте, Анастасия. А я не ожидала вас здесь встретить. А я вас. Ну, мне все очень просто. До чертиков надоела работа, взяла 2 недели отпуска за свой счет, и я здесь, а вы? Вы знаете, мне тоже. До чертиков надоела работа, взял 4 недели отпуска, и вот я тоже здесь. А где вы остановились? Недалеко? Да. Вон там. На горе. А я на набережной, в гостинице. Это замечательно, что я вас вижу. Это замечательно. Я тоже очень рад. Только не волнуйтесь, я не буду приставать к вам с интервью. Я и не волнуюсь. А вы
вы знаете, мы собираемся на мыс. Может быть, вы с нами поедете? Там очень красиво. Спасибо. Нет, нет, не поеду. Ну, почему? Нет, благодарю вас. Неужели вы и здесь себе не принадлежите? Я лучше вас встречу здесь. Когда вы вернетесь? Вечером поздно. Я буду вас встречать здесь, перед заходом солнца. Ну, смотрите, приходите. Обязательно. А я для вас белый флаг выброшу на катере. Счастливого пути. До свидания. До свидания. Посмотрите на пирсе, он там часто гуляет. А как туда спуститься? По лесенке вниз пройдете. Спасибо. Пожалуйста. Сюрприз для тебя. Здравствуй. А я думаю, где его тут искать в этих райских кущах? Ты откуда тут взялся? А я за тобой приехал. Кто тебе сказал? Ну, Господи, откуда? Кто ищет, тот всегда найдет. Короче, не ты без меня, не я без тебя. Что-нибудь случилось? А все в порядке. План выполняется. Новая разработка идет как по маслу. Все в порядке. Ученик твой, Кальцев, живет спокойно, хорошо, не волнуйся. Ну, немного раз пощипали на республиканском совещании. Авторитет Савинский выступал, только руками размахивал. Но это все шорох. Все знают, что такое знак качества и как трудно его выбивать в наших условиях. Ах, какая красота. Так и не успею искупаться. Я не для этого сюда приехал. Да? А для чего? Если бы ты знал, Петр Андреевич, ты бы еще поблагодарил старого Кучмиенко за скорость. Два часа, как сошел с самолета, так, сразу в обком достал машину. Я даже не успел окунуться в море. А кто тебя так быстро найдет, кроме Кучмиенко? Короче говоря, слушай. Сегодня ты должен получить телеграмму, но это будет только днем. Короче, Алексей Кириллович ждет тебя в аэропорту, так? Билет тебе взят до Москвы. Сегодня вечером ты должен быть в столице, а завтра в Праге. Понял? Нет? Ничего не понимаю. Почему я должен ехать? Между прочим, я на отдыхе. Через месяц могу быть только на работе. Не я это придумал. Кучменко тут, знаешь, промежуточное звено. Это центральный комитет, Пронченко. Что за поездка? Петь, давай собирайся, потому что мы опоздаем. Ты должен выступить на международном конгрессе «Человек в стихии научно-технического прогресса». Сначала хотели тебя не отрывать, ну,
В общем, все детали в Москве. Ты обедал? Обедал. Что? Непременно сегодня. Что ты за человек, я его... Пойдем, пойдем. Ну-ка, ли ехать, так поехали. Поехали. Вон машина. Только нужно предупредить, чтобы меня не искали. Кого предупредить? Ну, когда придет телеграм. А, ну это я беру на себя. Петр Андреевич. Поехали, поехали. Да, пустынный брег, никого. Да, ребят, никого. А может, его волки съели, а? Я бы к тебе на свидание не опоздал. Давай в город отвезем тебя. А в самом деле? Да нет, я здесь сойду, здесь. Ну, как хочешь. Осторожно. Хорош, пожалуйста. Спасибо. А как завтра? Я позвоню в редакцию. Пока. Хорошо. Счастливо. Будь здоров. Счастливо. До свидания. Thank you.
страшные символы смерти обезличить, потом убить совсем. Кто мог подумать, что число тоже может стать орудием убийства? Все в этом мире можно использовать против человека и против жизни. Даже число, этот благороднейший символ человеческого знания, высшую абстракцию, вершину смысла и поэзии. Но также тягчайших преступлений, если числом завладевают черные силы. Думал ли я об этом, когда меня спасли подпольщики от смерти за побег в концлагере и переправили к партизанам в Словакии? Как по-разному приходят люди к своему призванию. И не все приходят. К сожалению, не все. Сколько моих товарищей не дошло, они мертвы, и никто не знает, что умерло с ними, какое знание, какие порывы в непредсказуемом. Этого не подсчитать никаким машинам будущего. Но число... Вот он. Оно должно стать средством освобождения человека. Thank you.
Опритесь на меня. Обопритесь. Ну, нет, ты мне. Вот бежьте. Держите. Бежьте. Быстрее. Быстрее. Держите. Туда. Сюда. Еще нет. Держите. Что с вами, профессор? Подожди, подожди, нужно темноты дождаться, он не может идти дальше. Подожди, я посмотрю сейчас. Что? Сюда. Вот сюда так. Надо в профессор. Ну. Давайте, профессор. Вот. Тихонько только. Сюда, сюда. Вот. Сюда. Вот сюда спускайтесь. Was ist da? Komm. Was ist mit dir? Gehen wir. Ja, bitte.
Гайли! Гайли! Здесь кончается наука, скажет мне, и начинается политика. Ну что ж, наука тоже политична, как и все области человеческой деятельности. Достаточно было произойти грандиозному взрыву человеческих знаний, породивших ядерную энергетику и кибернетику, как тотчас же появились теории так называемого постиндустриального общества, основной целью которого было провозглашено потребление. По Герберту Маркузе человек не мыслитель, не творец, а потребитель. Героика подменяется комфортом. Общество стремится не к высшему знанию, а к удобству жизни. Человек делается узником собственных изделий, рабом машин. Все это, конечно, ведет к понижению интеллектуальной жизни человечества, ибо там, где исчезает духовность, утрачен творческий подход, где теряются высокие цели и критерии, человек неуклонно деградирует. Это парадокс истории. Разве этого хотели творцы научно-технического прогресса? В моей стране человек пользуется всеми достижениями научно-технической революции во всех ее проявлениях. Он не становится ее придатком и жертвой, потому что участвует в социальном планировании жизни. Повышение уровня жизни делает мир советского человека еще утонченнее и богаче, ибо всегда и во всем присущено и высоко почитается чаяние каждого члена нашего общества на социальное продвижение вперед, на осуществление личных целей. Нет науки вообще, нет ученых вообще. Это люди, которые стоят на тех или иных позициях. Я стою на позиции социалистического ученого. Это может некоторыми расцениваться, конечно, как пропаганда, но я думаю, будущее за нами. Вот этим я и хотел бы закончить. Уважаемый коллега Карналес, почему вы всегда пытаетесь убедить своих слушателей, что нет чистой науки? Вы советские во всем... Всегда видите политику. А как же может быть иначе, господин Реми? Я даже просто не хочу спорить по этому поводу. Не секрет, что человек это продукт истории, природы, продукт творческий, деятельный. Вся его деятельность должна согласовываться с интересами природы и истории. И поэтому-то моральность ученых, я подчеркиваю, моральность и ответственность ученых, по-моему, велика сегодня как никогда. Ведь Резерфорд и супруги Кюри... Они все-таки не думали, когда разгадывали секреты атома об атомной бомбе. Нет просто открытий. Тот или иной характер, полезным или вредным, делают его люди. Политическая система, которая владеет этим открытием. Знаете, по-моему, смешно Прометея обвинять в том, что преступник поджег ваш дом. Надо просто схватить преступника за руку. Да. Господин Карнал, да? Некоторые западные социологи и философы утверждают, что электроника положила конец человеческому общению. Сначала этому положил печальный станок с развитием электроники. Вопрос понятен. Понятен. Но, может быть, для некоторых социологов и философов действительно электроника положила конец общению между людьми. Но я, знаете, лично не убежден, что мигание пульта, так сказать, заменит вспышки человеческих страстей. По-моему, всерьез относиться к тому, что печатный станок разъединил людей, это неразумно. А Гомер? Сервантес? Шевченко, Достоевский? Разве они не объединили людей? И разве, так сказать, не... Понимаете, все в руках человека.
Все зависит от программы, которую человек закладывает в печатный станок и в экран телевизора. Человечество должно копить мудрость и научиться использовать ее. Спасибо большое. Пожалуйста. Monsieur Canal, je sais que vous avez participé à la Deuxième Guerre mondiale. Qu'est-ce que vous pensez? Pardon? Le lutte по-русски? Да. Я знаю, что вы были участник Второй мировой войны. Что вы думаете насчет Третьей мировой войны, если ее допустить? Молодой человек, вы видели, как смеются дети? Pardon. Merci.